Всем привет, это снова Игорь. Мы продолжаем 51-й обзор на категорию Marvel шарики на игру. Я думаю о другом. Я хотел закончить еще на 50-м обзоре игр Marvel, но сам себе обещал, что буду обозревать все 3D, имеющиеся все 3D Marvel игры в 3D про Marvel. Лучше знать без текста, все имеющиеся существующие в мире игры в 3D про шарики Marvel. Так вот, и не мог пройти мимо следующей игры приключенческой нашего знакомого хомячка. Да я только проснулся с утра, поэтому такой обзор скомканный. Про нашего хомячка, хамстера, уже третья игра, по-моему, если не ошибаюсь, или четвертая, третья, наверное. Про нашего хомячка, хамстера, был. Так вот, еще что хотел добавить. Я почему еще хочу продолжать обзоры на шарики? Ну, их уже осталось вообще-то 2-3, меньше даже. Вот это, наверное, последний уже будет. И перейду на новую категорию, пока не буду раскрывать какую, потом в следующий имеет. Ну, там еще мне пару видео надо будет писать, а потом точно перейду еще к одной категории игр. Но не логических, пока еще не могу на них выбраться, но выберемся когда-нибудь до логических. Так вот. Так вот. Еще почему я захотел записать больше, чем за 50 обзоров. Потому что... Да блин, я вот смотрю на него справа, меня отвлекает слева его лицо. Потому что было в категории у меня 50+. Я как подписал симуляторов 90+, наверное, что 91 симулятор. Как арканоидов 30+, у меня их 33, по-моему, или 34 обзора. Так вот, и чтобы были... Marble категория 50+, нам обязательно надо сделать не 50 ровно, а 50+. Вот я и подумал, что надо парочку еще дописать. У меня их уже осталось совсем чуть-чуть. Потом перейдем в новую категорию. Так вот, к чему я? О чем я думал? Я опять забыл. У меня такие вот лица отвлекают, надо не смотреть на их там. Так вот, 50+, да, будет шариков. Обзоров. А, да, вот еще о чем я подумал. Меня можно в книгу рекордов Гиннесса, думаю, заносить. Потому что я обозрел за 3 дня, более чем сделал обзоры в HD, более чем на 50 игр. Есть и большой протяженности. Так что не каждому это под силу. Не ел, не пил, не спал целых 3 дня подряд, чтобы сделать за лицо обзор. Да шучу, конечно. Обо всем шучу тут. Ну не обо всем, но есть доля правды. Ну конечно, спал пару часиков. Но все думал, еще надо обзоры залить. И я ел, конечно, в перерывах. Но залил, поторопил. Следующее у меня будет намного меньше. Ладно, может я проспойлерю маленько. Следующая будет категория. Я уже ее подготовил. Кубики, кубы, дайсы. Ну то есть кубики, кубы. И блок. А блок? Блоки? Подождите. Блоки, блокс, кубс, дайсис. То есть, значит, блоки, кубы и кубики. Их намного меньше, вдвое-втрое меньше, чем про шариков игр. В 3D, потому что меня интересует именно в 3D. В 2D-то я вообще не занимаюсь игр, потому что миллионы. Мне на это всю жизнь хватит. Не, ну серьезно. Их миллионы. А 3D намного меньше про кубики игр. И ни в коем случае не Майнкрафт я не буду снимать. Да, об этом я всем говорю, потому что Майнкрафт у меня антипатию вызывает игра. Она к ним не будет носить. Просто про 3D кубики. Вот, например, наподобие Marble. Их парочка есть. Но там меньше 20 их. 10 с небольшим. Я уже все подготовил.
Ну все, хватит болтать. Ничего себе, да сколько времени ты отнял на болтовню? Все это спойлерил свою категорию. А игру-то так и не обозрел. А давайте посмотрим. Я еще сам ее не видел. Вот до чего я дошел, тут это меню. Ну наконец-то, мы в игре. Сколько, интересно, я занял. Ну вы это можете перекрутить, если вам мне не нравится. Тем более там спойлер. Так. А где настройки меню? Ну я уже перед этим был, но хорошо, что настройки перед самой игрой. Значит, тут нету, да? От какой фирмы, какой год, мне главное знать. Все, что ли, на? Все. Нет, мне год и фирму, и компанию подскажите. Я не подготовился, а мне надо обязательно говорить. Год и компанию. Я год записываю всегда в игры. И кто создал эту игру? Ну, потому что это... Это такой уже риторический был тот отпуск от игры, от всего, потому что я уже обозрел 50, я уже не тороплюсь. Ничего. Сейчас бы медленно так все ровненько обозревать, потому что игр уже не так, но много еще осталось, логических много еще игр, но уже большую часть я преодолел, которые у меня были запланированы. Особенно кубиков не так много. Но все равно требует все это время, будем в свободное время. Просто я, знаете, ну ладно, уже договорю, просто я был в отпуске, поэтому у меня столько времени было. Наверное, удивляется, он что, сумасшедший, как у него, откуда столько времени? За месяц я обозрел столько и симулятора, ой, господи, за больше ста, потому что были симуляторами, арканоиды. Вот, 1998 год, а фирма Pentium Software Ltd. Havok Coming, ну потом, Havok, вот, Havok, по-моему. Ну потом я напишу, какая фирма вообще. Будет, ой, уже за 100 обозрел, симуляторы, арканоиды, все там, ну смотрите, 30 арканоидов, 30 плюс арканоидов, 50 плюс марблов, это уже 80, и где-то симуляторов, да, 20 я обозрел, потому что все 90 я уже еще раньше обозревал, с 2008 года начинаю обозревать игры. Ну и все, тут по второму кругу пошло я. Хватит. Что это, куит? Я играть хочу. Опа, это же настоящие хомячки, не зря я сюда зашел. О, это показывает на настоящих, историю учит вот, какую-то, гайд. О, блин, настоящий хомячок в руках. Так, 9 семейные. Хомячки для семьи, что ли? Они вообще игрушка? А ну отпустите, смотрите, вот это, что это? Прям издевается. Думаете, ему весело там? Он дорогу ищет. А вот это вот игрушка, когда по кругу хомячки бегают. Думаете, им там весело? Да нифига. Сами попробуйте а как я назад тут вернуться? Так, все, поехали. Это мы до сих пор не играли еще? Так, беги, какой эксперт? Мы еще до сих пор не играли, надеюсь, меня слышно было. Мы до сих пор не играли. Так, Space Tab. Что-то много сильно тут. Управление. Ну все, я понял. О, можно выбрать. Мне нравится. Так, кого выберем? Есть тут какой-нибудь толстячок? Самичок-толстячок. Ну, давайте синий цвет. Окей. Так, уровни закрыты. О. Америка, Европа. Что-то Азия играть, что-то. Так, с какого начнем? О, улица есть. Да давайте с первого. Всегда начинаю с первого. Для тренировки. А потом я хочу улицу еще. Ночь, улица, фонарь. Все, хватит болтовни. Вот. Кровать. Опа, музон. О, стерео. Слева направо. 3, 2, 1, go! Опять какие-то лыжи. Ой, это не улетает. Прыжка нет. Какие там были там? Если прыжка нет, должен быть. Что я должен делать? Вот здесь вот эта яма. 3, 2, 1, go! А, сюда надо направо. Ой, что происходит? Эй, Элли. 3, 2, 1, go! Ну что, я сколько у вас интересно времени? Понял, зачем? Началась игра. А что, прикольное управление тут, кстати.
Говорят, некоторые пишут, что это лучше играть, чем просто хамство. Ну, тут анимация, да, прикольно. Делвин, мужики считаешь. Только заточенные стреляны, все. Пройдем один тур. Первый обучающийся идет тут как-то. Это я туплю только. О-о-о! Тут непонятно, где ехать, куда. Обман зрения. Что будет, если столкнешься с инопланетянами? Я хочу столкнуться специально, что будет. Забери меня с собой. Ой, летит, летит. Я хочу столкнуться специально. Вот, вот. Что будет, он живой? О, да. Не мешает просто, понятно. Здорово. Я думал, просто на эту графику. Как тут тормозить резко? Была какая-нибудь бумага, была кнопочка, чтобы резко затормозить, если сильно затормозить. Такое чувство, что нам нужно прямо ехать, а нифига не видно про где пространство. Есть тут кнопка отъехать, серьезно, ну как? Как так? Нету кнопки отъехать, даже сложно, да? Эй, я что, еще не попал на финиш? Она заехала, ворота. Так, Tringles, что это? Какой-то корм получили, а там, смотрите, фотка настоящая. Ну как в 90-х делали игры, там как-то умели лепить настоящие фотографии, тот же Duke Nukem 3D и так далее. Все, я уже хочу попробовать с уличного тура начать. Книги, книги, опять-таки той истории какая-то. Какие-то американские горки будут. Подождите, зима на улице? Я хочу смотреть. Нет, там. Ну хотя бы. Там, нет, там. Ну ладно, не важно. О, хорошо, что музыка была автоматом убавлена. Как выйти теперь? Я хочу, знаете, в какой уровень сыграть? Уличный, да, вот. Да все сыграем три доступные, вот эти вот. Четыре. Ну-ка ся. Посмотримся. Что тут у нас? О-о-о! 3, 2, 1, go! О, облака двигаются, неужто? Неужто я добился этого? Люблю, когда облака двигаются. Ну-ка, дайте посмотреть, да дайте пляж посмотреть, то есть пляж двигается. Да, это я люблю, когда живая атмосфера. Эх! Подождите, куда я заехал? Зачем что? Эй, я не понял. Сюда я зря заехал. Прикольно. 3, 2, 1, go! Ой, надо еще бурундучков осмотреть всех. Так, сюда не надо. Это тоже обманка. Так, мы одного уже посмотрели, послушали. Давайте других бурундучков выберем. Динавили их, прикольно нарисовано. Так. А что, прикольная игра. За 50 называется. Игра за 50. Так, первого смотрим. Давайте все по порядку. Так, синего у нас. Привет, как? Леонардо, Рафаэль, Микеланджело и Донателло. Так. Все три черепашки ниндзя, блин. Так, вот этот уровень. Ну-ка, может, у него голос изменится. Ух ты, там что-то будет скат какой-то интересный. 3, 2, 1, go! Ух ты, что сейчас будет? У этого голос такой какой-то. Видите, у всех свой голос. Ну-ка им надо упасть. Ну это тихий такой голос. Давайте ему пойдем. Это еще и разговаривает. Так, следующий уровень. В этом были, да? Следующий хомяк, предпоследний. И потом будет Микеланджело.
Это Рафаэль, естественно, Леонардо, Донателло и Микеланджело. Так, сейчас будем Донателло играть. Раз имен у них не подписано, будем по-своему называть. Ну, это шахтер какой-то. Так, все правильно, Донателло. О, замок. Ну-ка, голос его послушаем. 3, 2, 1, go! Ну-ка. Ну, точно Донателло. Ой, Коля. Да. А это Донателло. Давайте послушаем. Ну да, 3, 2, 1, go! И Майки должен быть просто в этом же уровне. Поиграем, мне он понравился. Но будем Майки играть. Микеланджело. Ну-ка, у него должен быть такой голос. 3, 2, 1, go! Ну, не подходит. У него должен быть веселый голос. Надо хоть один тур пройти. Но не таким. Хотя, чем-то Ну, мне Лео понравился. Мне Лео нравится, если говорить про телепавию. Кто там опять фри? Лео и пройдем. Все, и на этом закончим. Один еще уровень. Эй, я говорю, Лео пройдем, а не Майки. Майки снова. Лео, который начинал, тем и закончил. Один уровень, в замке пройду и все. Вот этот самый Лео, да, супер, он тут самый. Активный самый. 3, 2, 1, go! Давай, поехали. Да, у него, кстати, самый быстрый шарик, кажется. Да, Лео настоящий черепашка. Не пройди. Как? Так, а куда? Уровень прикольный. Что там нарисовано? Подожди, да дайте посмотреть картинку. Картинка прикольная. Ну, не сказал бы, что сильно так прикольно. Но прикольно нарисовано. Так, там часики, да? Часики живые. Ну-ка, дайте часики. Нет, часики не живые. Но это что там скрывается? Ну все, что там скрывается, вы сами сможете увидеть, если будете играть в данную игру.